Вітаю вас з вами, Дмитро Тимохін, програма «Академія спорту». Сьогодні будемо розмовляти про плавання. Сьогодні у нас в гостях заслужений тренер України з плавання та заслужений працівник фізичної культури та спорту України Костянтин Карташов. Я вас вітаю у нас у студії, Костянтине. Сьогодні дійсно приємно розмовляти з вами про той вид спорту, який ви полюбляєте, і взагалі який є дуже гарним видом спорту для не тільки наших професійних спортсменів, а й для аматорів, людей, котрі просто займаються плаванням. Сьогодні цікаво дізнатися про вашу спортивну кар'єру, але спочатку, ніж ми будемо розмовляти про тренерську кар'єру, як ви починали себе в спорті? Чи були ви спортсменом, чи займалися ви плаванням, чи, можливо, будь-яким іншим видом спорту? Ну, як багато діти в юному віці, по-моєму, були опробовані достатньо кількість видів спорту. В місті, де я починав займатися, з'явився перший басейн, і попасти було туди дуже складно, і, в принципі, це Южноукраїнськ? Ні, це не Южноукраїнськ, це взагалі на території Росії, це Новочебоксарськ. Там мій батько був гідростроїтелем, їздив по всім атомним і гідроелектростанціям Союзу і не Союзу. Тому басейн з'явився перший, попасть туди було. Я попав туди тільки зі другого разу. І це мені подобалось, я плавав, ну, скажімо так, благодаря каким-то обстоятельствам я не достиг великих результатов. Были проблемы со здоровьем. И как-то на этом мое движение в плавании закончилось практически до института, где в институте надо было выступать за него в этом виде спорта. На нашем факультете не так много было плавающих. Ну, и а вы долго были в том месте, где вы народились? Проживала там наскільки довго? Ну, наверное, лет 12, якщо не більше. А потім вже приїхав до України? Да, да. Після цього я попав в Одесу. Родители, поки я служив в армії, поміняли квартиру на Одесу. І дальнейшая жизнь моя студенческа началась в веселом городе, в городе Юморин, в Одесі. Ви сказали, що вас ви полюбили плавання, полюбляли, але ж все ж таки ви не досягли певних успіхів. А які вони були успіхи? Чи це були просто змагання, чи можливо якісь титули ви завойовували, чи ні? Ну, понятно, були городські соревнования, які виігрували, були обласні соревнования, які я виігрував. Був фіналістом тоді «Веселого дельфіна», ну, регионального, потому что в России всегда по регионам проводилось. Ну, как-то на таком, на уровне младших юношей. Коли остаточно ви вже перестали активно займатися цим видом спорту? Коли ви зрозуміли, що це вже для вас, можливо, якась крапка поставлена у сенсі спортивного результату? Ну, это произошло порядка где-то около 16 лет, когда я поступил в техникум, и немножко было направление техникума другое, и требования были довольно-таки высокие, я практически постоянно занимался. Ось тоді, яке рішення ви прийняли, як людина спортивна для себе? Що далі ви будете робити зі спортом? Нет, ну я продолжал вести активный образ жизни, в любом случае я активно занимался подручными видами спорта, которые были у нас в техникуме. Очень любил волейбол, кстати, это вообще моя самая любимая игра. И по мере возможности все-таки продолжал плавать. Правда, тогда не было таких фитнес-центров с бассейнами, а он так и оставался один. Попасть было очень тяжело, и там происходило довольно-таки редко. Коли для себе ви зрозуміли, що ви, ну, вже хочете стати тренером? Знаете, тренером я стал совершенно неожиданно для себя. Потому что когда выбирал цели в жизни, об этом не шло, потому что, опять же, я говорю, не получилось активно заниматься долгое время плаванием. Потом была служба в армии, потом был институт, причем институт был не спортивный, институт был экономический, в котором я, как я уже говорил, я выступал за свой факультет. Нужно было защищать его честь. Ну и плюс, как тогда было, кроме основной специальности, студент осваивал смежную. Были тогда так называемые факультеты общественных профессий.
Одна из общественных профессий, которая у нас как бы преподавалась, это физкультура и спорт. Ну, на которой я и оказался, в общем-то. По окончанию института так получилось, что я оказался в городе Южноукраинске, который недалеко от Одессы находится, в связи с тем, что отец там в очередной раз был на строительстве электростанции, теперь атомной. И понятно, работал я там по специальности. Но так как в маленьком городишке оказалось три бассейна, и один из них находился прямо под окнами нашего дома, то, в принципе, я начал посещать бассейн и самостоятельно плавать. Пока еще просто для того, чтобы заниматься плаванием, так? Да, и просто плавать. И тут вдруг появилось объявление, что в этот бассейн требуется инструктор по спорту. И я, работая в тот момент, скажем так, на определенной должности экономического характера, решил для себя попробовать. И меня взяли на должность инструктора, который вечером. То есть я после работы приходил в бассейн и, грубо говоря, после всех нервных напряжений, усталостей, которые за день происходили, я отвлекался, у меня получалось работать с детьми. У меня, в принципе, несмотря на то, что я работал просто инструктором, задачу которых ходила, грубо говоря, смотреть, чтобы не утонули, где-то кому-то что-то подсказать, я подбирал детей, оставался с ними, и что-то у меня начинало получаться. И трошки-потрошки-потрошки втянулись? Да, я втянулся. Ну, так как я работал в органах власти, скажем так, в исполкоме, я начал понимать, что, наверное, все-таки для того, чтобы плавание развивалось в этом городе, нужно что-то менять. Я стал заниматься активно подготовкой документов о специализированных классах в этом городе, в определенных школах, и не только плавание, там другие виды спорта туда входили. И как-то так получилось в тот момент, когда все это произошло, все это было продвинуто через сессии, через на все правоустанавливающие документы. В этот момент мне предложили повышение, стать первым замом председателя исполкома. И я тут же отказался и ушел навсегда в плавание. Ну, это просто фантастика. Не часто зустрінеш людину, яка з влади піде просто працювати тренером. Не знаю, потому это очень большое напряжение. Это... А чому таке рішення ви прийняли? Ведь дійсно там, можливо, перспектива була більш, ну, така досяжна. Ну, скажем так, мне хотелось остаться честным перед собой. Це головне було? Да. Головна думка у вас була, да, така, так? Да. Це дуже серйозне рішення, я тому вас і запитую, тому що дуже цікаво дізнатися, як людина може прийняти таке рішення, а це рішення дуже серйозне. Іменно так, і ніяк по-другому. Напевно, вам говорили, що ти робиш? Говорили, і було таке, що председатель исполкома не раз приходив, ну, грубо говоря, в вихідний день поплавати в басейн, и, встречая меня, пытался как бы уговорить меня вернуться. Появлялись какие-то новые должности. Там появилась должность через несколько лет фонда коммунального имущества. Говорит, ты справишься. Я говорю, ну, я вот справляюсь здесь, и, в принципе, я уже по-другому не вижу. Не было вам жаль, что вы так поступили? Никогда. Коли-небудь? Никогда. Мой жизненный принцип – никогда ни о чем не жалеть. Потому что все равно ты ничего не изменить не можешь, а поэтому. Вы почали працювати тренером. Вам одразу у вас все виходило, чи ні? Наверное, здесь мне тоже повезло. Как раз начались рынки, базары. Люди начали ездить в Польшу торговать. И практически все тренеры, которые работали в том бассейне, они просто ушли на рынок и уехали торговать в Польшу. Пішли в комерцію, так? Да, пошли в комерцію, і я остався єдиним тренером на басейні. Да, з одної сторони, мені казалось тяжело, тому що ніхто не мог підказати, як це робити, що робити. Где-то були шаги, ну, я розумію зараз, не зовсім правильні, або зовсім неправильні, то, що я робив ізначально. Ну, несмотря на це, опять же, мені, може бути, повезло з тим, що перший набор у мене попався дуже хороший. У меня появились буквально,
как-то так получилось. У меня я набрал не только малышей, но и среднячков, или тех, кто когда-то чем-то занимался, вот как я когда-то то же самое. Я бы хотел дальше, но возможности уже не было. То есть я взял этих людей, и через год появился первый мастер спорта. Ну, в принципе, это... Уже через Дрик. Да, да, ну так получилось. Правда, он из более старших был, но он был настолько уверенный в себе и не видел препятствий. А як ви вчилися? Хто вас вчив? Чи ви такий самоучка? В смысле... Якщо ви були один у басейні, у кого вчилися тренувати дітей? Я постійно читав, я постійно... Моєю настольною книгою був «Councilman». Ну, це, я вважаю, один із величайших тренерів взагалі, які були, ну... К сожалению, несколько лет назад его не стало. Тобто Костянтин Карташов в ті роки вчився сам? Так, да, в принципі, самоучка. За рахунок чого ви залишилися у спорті тренером? У той час він вже був складний, і складнощі були економічного характеру, і не вистачало грошей, і важкий був час економічної України, і у людей. Як ви витримали? Ви спочатку пішли зі влади, потім не пішли в комерцію, а просто тренували дітей. Як можна було вижити цей час тренером? Якщо чесно, було дуже тяжело. За рахунок чого вижили? Дуже було тяжело, ну, ви маєте в виду, як тренер, або як взагалі, як людина, як чоловік, було дуже складно. Наверное, ну, мне помогли родители. В этот момент действительно зарплата была настолько мизерная. В принципе, даже вот как бы я вот сейчас вспоминаю, что, грубо говоря, раз в неделю мама приносила нам кусок мяса. Ну, это так. Ну, оно было так, ну, так было, да. Это было сложно. Ну, родители. Это родители. А за рахунок чого ви набросили, накинули цей вид діяльності тренерський? Ну, може бути, опять же, чому? Тому що у мене одразу стало виходити. У мене попались діти. Може бути, я сильно горів цим, хотів чого-то, щоб щось вийшло, і зумів заразити цим своїх дітей, які пішли зі мною, і, в принципі, у мене прилічна команда образовалась. Плюс в місті Южноукраїнський приїхав ще один человек, который начал работать в другом бассейне. И мы как-то создали с ним такую коалицию. И постоянно у нас мы проводили каждую субботу, воскресенье курсовки между бассейнами. Один раз мы собирались в том бассейне, другой раз в нашем бассейне. И вот на основе таких конкуренций, маленьких, может быть, конкуренций, появились первые чемпіони среди спочатку среди молодших юношей, потім среди середніх, ну і в принципі. Ну, головне, ви побачили результат. Ось вони спортсмени, да. Ось вони результати. Да, так? Да. Надалі, як вам працювалося в Южноукраїнську, наскільки довго ви там затрималися? А далі, ну, наверное, опять же, це рок, судьба. Далі вийшло, що наш басейн остановився, він перестав працювати, і как бы. То, что там предполагалось, провести техническую проверку технического состояния и все остальное, могло растянуться на год. Первое время, около года, я все-таки пытался плавать в другом бассейне, на одной дорожке, где торчала горка, то есть мы не могли доплывать до конца. И, ну, огромное количество людей на одной дорожке. Это было тяжело, но, несмотря на это, за этот год появился еще один мастер спорта. И когда стало совсем уже тяжко, и мой друг, директор того бассейна, сказал: «Кость, ну совсем тяжко, вот нету времени, ничего», я начал подумывать о том, что возможно куда-то поехать. Ну, как всегда, когда вроде бы было много друзей, там, которые являлись руководителями областей, директора, в тот момент у них не нашлось для многих, как говорится, дорожки, не нашлось возможности как-то помочь. И на соревнованиях вдруг мне предложили поехать в город Запорожье работать в бассейн «Мотор Свич». Предложили работать старшим тренером. Я, в принципе, не задумываясь, сделал это. Тем более, что у меня жил там мой лучший друг, который сказал: «Пожалуйста, я тебе, вот у меня есть еще одна квартира рядом с бассейном, я тебе ее предоставляю. Пожалуйста». Усі умови для праці були? Да. Я собрался тут же в тот же день и поехал в Запорожье.
Ну, как-то так произошло именно в этот день, что меня вроде как приняли на работу, ну и в тот же день оказалось, что нет работы. Потому что, ну, был, по всей видимости, кто-то был, кто... Ну, я не ко двору кому-то был. Что-то было не так. Да, что-то было не так. Ну и, в принципе, после этого я позвонил своему другу в Днепропетровск, Виталию Ивановичу Марочкину, который поныне работает и работает у нас в училище, продолжает, несмотря на свой солидный возраст, помогать нам, помогать воспитывать детей. И он тут же обратился к руководителю тогда, не спортклуба, а директору детской спортивной школы «Метеор» Ольге Деньгиной, которая, в принципе, обдумала несколько дней, и мне дали добро. Ну, в связи с тем, что если я переезжаю со своими двумя спортсменками, которые уже плыли на уровне мастера спорта. Ну, безумовно, праця у Дніпрі, у Дніпропетровську тоді, на Метеорі, це зовсім інша тема була. Безумовно, у порівнянні з тими басейнами, тут шикарний комплекс. Напевно, ви теж одразу відчули, що ось вона різниця, так? Ну, как бы виртуально ее не ощутишь, эту разницу, поэтому надо было ее пощупать, попробовать. Ну, и как бы мне дали возможность тогда проживания в общежитии со спортсменками. Ну, если честно, директор общежития была немножко в шоке, когда я приехал. Потому что я собрал с собой все пожитки, еще и собаку немаленьких размеров, доберман, которую... не поняли, как она будет проживать в общежитии. Ну, все обошлось. Взагалі, роботу у спортклубі «Метеор», як згадуєте, які були результати? Спортклуб «Метеор», ну, прекрасная база, все было прекрасно. Было начало работы, мой первый мастер спорта международного класса, Ира Майструк, которая была участницей Олимпиады в 2004 году. Ну, а дальше был ремонт бассейна. Дальше был мой переход работы в ДУФК для лучшей возможности проведения тренировочного процесса. Ми обов'язково поговоримо про ваше досягнення, але вже в наступній частині нашої програми, що мені прихильника спорту. Це була перша частина нашої бесіди з Костянтином Карташовим, служеним тренером України з плавання, служеним працівником фізичної культури та спорту України та старшим тренером Дніпропетровського вищого училища фізичної культури та спорту. Я Дмитро Тимохін, сьогодні з вами прощаюсь, побачимось у наступному нашому випуску. Бережіть себе!